Тепер бачимо, що світ робить правильний вибір, а неправильний вибір роблять росіяни, починають щось усвідомлювати і витягувати свої консерви не лише по Європі, а й в Росії. І от витягнули знову на люди такого собі руського холуя, актера Охлобистіна. Він знову згадав про попів, вихваляє їх. Давайте подивимося, що ж нього такого не святого і не божого. Отец Михаил – удивительный человек, такой один из ярких представителей, я не знаю, ополчения, при том, что он священник. Он скромничает, но он герой, он орденоносец. Да, в самом начале боевых действий к нему обратились за помощью ополченцы, а всем краем поддерживали их. Ну, такая ситуация, но как иначе. Попросили что-то починить, пулемет какой-то, я помню. Он его не только починил, он его усовершенствовал. Потом еще один, только 6 штук он собрал. Ему за это орден дали. Это был БТР-60, он уже стоял на разборке на металлолом. Там было попадание в него, и там же 2 двигателя у него. Я поехал, снял с него башню. Вырезал полностью переднюю часть, все то, что... Круг, да? Да, не, ну, переднюю часть, как раз с редуктором, со всем, вот, с постелью. Значит, пулемет Калашникова я убрал, все то, что у него... И получается, что это же было все сверху, а потом его надо было поставить вниз. Вот, остался редуктор, все, сделали поворот, ну, чтобы поворотное устройство. Вот, из электроспуска сделали механический спуск, в общем-то. Испытали его несколько раз, и получился такой очень серьезный карманный БТР. ФСБшники в рясах. Інший ще тут поп-підприємець з Краснодару освячує гуманітарну допомогу російським військовим, російським вбивцям. Він освячує цю допомогу. Але, знаєте, такий робить це за гроші. Он, бачимо, без Бога, каже, нікуди, але без копієчки теж. Прайс, все як положено. Немає нічого святого та божого ні в самих росіян, ні в їхніх священників, бо вони більше ФСБшники. Але ми це все подолаємо і продовжуємо ми стежити і за тим,